Убегали только. У нас с Харьков нет его больше. Нет, его разбили и убили. Больно нам говорить, я не могу говорить. Все, нету облрады, нету центра, нету. Они бьют по жилым кварталам. Ну, то есть жилмассивы. У нас убивают людей. У нас просто нету ни одного жилого дома уже. В каждый дом вот у дочки разбили квартиру. Нашу квартиру в центре тоже разбили. Нету ничего. То есть, ну, считайте, что Харькова нет. Он один сражается как может, но на данный момент, ну, как авиация сильно бомбит. Из несчастного Харькова, разбитого вдребезги, это катастрофа. Гитлер не делал того, что делают сейчас вот эти негодяи. Во главе с самым главным сектантом, который зазомбировал свою страну, которая не верит, что у нас тут такое происходит. Моя подруга, которая живет в России, я ей сказала об этом. Она говорит, это ваши нацики, их так зазомбировали, эти негодяи. Это ужасно, наш Харьков бомбят. Там катастрофа. Убивают людей, убивают больницы, убивают, все разбивают. Это слов нет от того, что сделал. Я русская женщина, у меня отец украинец, я русская наполовину, мать русская. Я не ожидала от своих родных людей русских такого безобразия. Это ужасно, об этом надо говорить на весь мир, об этом негодяе, который устроил такую бойню кровавую. Выйдите, встаньте, выйдите, вы снесите его с этой Красной площади, уберите этого человека, он больной.